Я приветствую всех на канале Вкусно и Кошерно, и сегодня мы приготовим куриный бульон. Для этого рецепта нам понадобится. У меня здесь 300 грамм куриных. Самая мелкая часть вот это вот. Пару луковиц небольших и две морковки. Значит, заливаем в кастрюльку воды. Бросаем туда крылышки. Лук и морковь. Я ее разрежу пополам, потому что она очень большая. Соли сюда не надо. Ставим на маленький огонь. Где-то часа полтора-два. И присматривать, чтобы не выкипела вся вода. И мы продолжаем наш бульон. Вот какой красивый у нас получился. Он уже готов. В принципе, внутренности можно выбросить. Лук, он вареный лук, он невкусный. Поэтому... мы его выбрасываем, вытаскиваем. А из оставшегося бульона я вам в следующем видео расскажу, как сделать супчик. Мы будем готовить куриный супчик с вермишелькой. Наш бульон готов. Увидимся.